Германия тайно готовится к ядерной войне. СМИ. Германия и ее партнеры по НАТО провели тайные учения под названием «Стойкий полдень» для отработки маневров на случай ядерной войны. Об этом стало известно изданию Bild. По информации издания, учения прошли на авиабазе Нерфенех в земле Северный Рейн, Вестфалия, с участием немецких ВВС и их союзников по НАТО. В маневрах были задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Главная цель учений, как утверждается в материале, – отработка обороны Германии с использованием атомных бомб. Также в статье высказывается мнение, что сейчас риск начала ядерной войны намного выше, чем в последние три десятилетия. Основная причина этого, по мнению авторов материала, – выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.